перемещаемся никуда, кроме минивэна. Прибыли в рыбную деревню. Полина. Скупил в Калининграде. Ветра нахрен. Максим, больше не поедем, вот он наш транспорт. Ноги пошли пешком. Ну что, мы вышли на гостеприимные улицы Калининграда. Мне там уже в Инстаграм, я уже сдала наши пароли явки, все пишут, да, я живу в Калининграде, я живу в Калининграде. Ух, привет всем калининградцам, мы пока вас еще ничего не видели, но надеемся, что в ближайшие 3 дня мы увидим все самое интересное. Мы сейчас ждем опять минивэн, потому что у нас 6 человек, и мы не помещаемся никуда, кроме минивэна. Дима хотел снять в аренду минивэн, чтобы им рулить, но... Позвонил 30 компаний. Все занято. Может быть, потому что мы опять все в последний момент делаем. Ну да ладно. Вот, и мы поедем кушать в рыбную деревню. Что-то я ее назвала рыбацкой деревней, но она же рыбная деревня. Или рыбацкая. Короче, что-то связано с деревней и с рыбаками. Есть хочется, и пить. И Поля все недоволен нас еще. Я надеюсь, завтра это лицо превратится в улыбающееся. Приезжает минивэн, Саша такой, все лучше и лучше у нас машина. Давайте, пошел, команда, пошел. Согласно купленным билетам. Давай, открывай. Красный, да? А тебе как будто желтый. 39-й регион. О, у меня кресло досталось мне с массажным эффектом. И у меня. Вот. Ай, какое у меня кресло. Александр, юный массажист, салон красоты. Ельцин, это что такое? Площадь Победы мы проезжаем. Молодежь там собирает. Да. Дмитрий. Я имею в виду, как на Дворцовой теме. Что вы знаете про Калининград? Этого ничего не было до 2005 года. Здесь ничего не было. Думанный асфальт был. Ну, я имею в виду, вот здесь паркинг сделали нормальный. Ну, а вот это тоже, ни стелы вот этой не было. А, все свеженькое, сзади, да? Сзади вот слева храм, тоже не было его. Ого. Вот это прямо здание, это наша городская администрация. Это все ой, рядом. Трамваи-то у вас такие ходят еще, да? Наши? Тверские? Нас перестали ходить. А где? В Твери. Мы прибыли в рыбную деревню, пока еще ничего не понятно. А вон она, вот там все. Да, да, да. Пойдемте поедим, Дим. Дим. Итак, давайте мы находимся в рыбацкой деревне. В рыбной. Здесь немецкие здания, вот всякие летние. Здесь рестораны. Что ты снимаешь главного гида? Так, гид. Там шарик. Кафе Ферум Винный Гриль. Такое очень маленькое меню. Совсем небольшое. Мы заказали клопсы из говядины. А интернет подсказал, что это тефтельки. А я взяла сыр Халуми Гриль. Дети войны на хлеб напали. На самом деле хлеб здесь сами пекут. Вкусно очень. Да? Печенька. Салатик. Чаек нам принесли. И ждем блюда дня. Клопсы. Мой сыр халуми. Если вы не знали, как выглядят клопсы, они выглядят вот так. Клопсы. Время десерта. Вкусненько. Мне кажется, сладкое должно поднять девочку настроение. Это последняя надежда на сегодня. Да, Полина? Полина. Сморчок. У тебя будет подпольная кличка Сморчок. Капитан сегодняшнего корабля это не Дима. Ну не Дима это все. Ну давай, пошли пледы за ним. Скупится, купил в Калининграде. Сейчас выбираем дом. Вот тот изумрудный. Изумрудный. В подарок дочке. Вот, пожалуйста. Да, вот. Телефон, главное, не уронить туда. Мой любимый цвет. Вот, Саня уже замотался, выбрал самое классное место. Да, девочки обустроили. Смотрите, там, судя по тому, что там мокро. А, там вот.
началось наше увлекательнейшее путешествие по воде. Мы движемся со скоростью 15 км в час, пролетаем. Ветрено, однако. Саша, уши прячь, уши прячь. Уважаемые друзья, калининградцы и гости нашего города. Рассаживайтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь прогулкой по водной артерии нашего города, реке Пригоре. На борту катера запрещено курение и распитие спиртных напитков, в том числе и пиво. 45-минутная прогулка пролетит быстро, и мы надеемся, вам она понравится, хотя бы потому, что вы не успеете устать. Итак, поехали. Прямо по курсу остров Кнайпхоф. Чем славится Калининград? Правильно, янтарем. Мы решили подняться на маяк. Вареничка. Ресторан. Можно было через ресторан пойти. О, какая красота. Брось карту. Какой страной ты не бросить? Еще выше. Смотри, какая красота. Там мы только что плавали. Вот туда мы плавали. Здесь кот. Кот! У нас опять перерыв на еду. Дети отделились от нас. Такая безэшка. Безэшища. Небольшая такая, да? О, мага. Мы едим облако. А у нас мороженка манговая. А теперь плохо, видишь, наличных нет ни у кого. А картой
Да, да, да. Куда мы идем? Хова! Настоящий. Мы идем туда, к Канту. К Канту? К Канту. В парк. Идем на остров. Это остров. Идем, да, на остров. Да. А какая-то художественная школа здесь прям рисует. Собор рисует. Такой красивый. Такая музыка на заднем фоне. Девчонки рисуют, молодцы. Там в цвете уже. Вы не поверите. Короче, деньги закончились. На такси. На такси мы больше не поедем. Вот он, наш транспорт. Мы пойдем на трамвай. Саня? У-у-у, у нас в Твери-то нет трамваев уже. Уж сколько лет. А мы пойдем на трамвай. Давайте, девочки, бегом, бегом, бегом. Заходим, заходим. Заходим, заходим. Раритетный. У-ху! Чего себе! Ностальгия. Рублей, да? Как на такси. 28 рублей билет на 6 человек. 168 рублей. Почувствуй себя калининградцем. Вы не поверите, ага. Нас занесло на центральный рынок. Смотри, дети. Маленькие. Манганята? Да. Пойдем. Дальше. О, черешня, все по 200. Ой, арбузы. Короче, мы напокупали всего на рынке. Хотели поехать на такси. Но сейчас самый час пик пробки. Короче, такси показывало 8 минут, полчаса. Мы пошли пешком в итоге. Все зашли. В итоге пошли пешком. О. С арбузами, с ягодами, со всеми. Сил нету. Все, это наши гудящие ноги. Две. Деньги работают, да? Мы дошли до дома. Аллилуйя. Нам нужно будет еще сходить в магазин, потому что у нас нет чая, у нас нет завтрака. Поставлюсь на зарядочку. Вот. Но это мы можем сделать чуть позже. Сейчас время без 27, но по тверскому времени уже без 28. А встали мы сегодня в 5 утра. Ну кайф. Ну кайф. Гигантская прям, да? Гигантская черешня.